Проблемы на работе, стресс, неопределенность в общении и тяжелый 2022 год, который нам добавил волнений. Как с этим справляться, волнует жителей, а психологов волнует, как они могут помочь. Об этом говорили участники 6-й конференции «Контакт с собой и другими», которая в выходные прошла на площадке алтайского филиала «Ранхикс». Мы хотим видеть воодушевленные лица людей, которые в очередной раз кто-то, а кто-то, может быть, впервые, заинтересованы сами собой. Собой, своей жизнью, тем, как они могут что-то разглядеть получше и повлиять на это. Но как этого добиться? Практикующие психологи проводили мастер-классы, где знакомили студентов и обычных жителей Барнаула с методом гештальт-терапии. Она направлена на восстановление контакта с окружающим миром и людьми. В рамках конференции организаторы подготовили 30 площадок для тренингов. Студенты, которые обучаются психологии, ближе знакомились с работой психолога. А жители Барнаула узнавали о личностном развитии. По мнению психологов, в последнее время найти нужный метод и своего психолога становится все сложнее. В связи с ростом интереса к психологии и в связи с тем, что таких скороспелых психологов появляется все больше и больше, наличие базы академической, которая позволяет психологам сначала получить теоретическую подготовку, а затем так очень плавно войти в среду, профессиональную среду, в том числе через такие мероприятия, как конференция ежегодная научно-практическая. Налаживать связь между топ-психологами и новичками – миссия конференции. Проходит она ежегодно, и в этот раз она собрала больше 200 участников. Дмитрий Дроздов, Александр Антропов. День с толком.